Просто надо так сидеть, сказать. Чудная история. Идем, наконец, помоемся. Открой эту дверь, придется войти в боковую дверь. Целуй, Аманда. Ух ты, какая карма у мамаши Лоры. Лоры, прекрати выжить, как я на дождя. Приличная дама никогда не оденется в церковь столь вызывающе. Не хватало, чтобы оба моих мужчины запали на Аманду. Я не запал на Аманду. Мне просто необходимо вынести правду в ее покойном муже. Я понимаю. Неужели он жив? Как мы это узнаем? Мы с ней поприветливаемся при ее бдительности перед вами и штампаля. Что это за тип? Это Пэрл, дядя Карлин. За год он раздал, должно быть, впечатление в стран третьего мира. Так он миссионер? Я бы не сказала. Он совмещал это с круизом на собственной яхте. Это очень добрый, светлый человек. А его супруга Пис — настоящая змея. Ты же обними меня покрепче. О, Пэрл, с возвращением. Без тебя... Он смотрит фотографии. О, какой кадр! Нет, смерть готовится всеми увидеться. Мы с Пинсей забыли что-то вроде приветственной вечеринки на ранчо. Только через мой клуб, я сама все устрою. В зале не принимала гостей. Простите, можно мне здесь сесть? Оказывается, я нарушила запрет. Не входить в группу, в храм Господень. Муся, Муся, смотри, какие мальчики. С девочками. Независимо, уверенная в себе женщина. Я в чем-то даже не. Почему я так болезненно реагирую на замечание матери? Потому что любишь. Или глубины души. С ней согласны. Пойду, у меня смена в глазках, и я потеряла ключи. Мои варварские браки не списываются в обстановке. Эй! Вернись! Зачем? Сядь. Ты не нацелен, это просто не подражает. Кролик хренов. Мало на сегодня в полости. Фирма отца, ты не закрыла, ты не очень как ты, как ты, ты знаешь, возрождите на этом. Все хорошо.